Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 378 упражнение. Нужно списать, подчеркнуть качественное прилагательное. Итак, деревянными изделиями, свинцовое белило, резьба по металлу, употребить для росписи, юный живописец, располагать на картоне, изобразить животных, величиною с орех, восторженное отношение к произведениям народных мастеров, обыкновенным резцом, талантливый художник, декоративный материал и поразительной красоты. И также необходимо подчеркнуть качественное прилагательное. Это у нас восторженное далее талантливый поразительный. На этом все. Больше видео можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.